Всем привет! Алиса делает уроки. Мы приехали домой с дня рождения. Ребят, а уроки-то делать нужно? Ребята, посмотрите на меня. Анонимус. Хакер. Так. Сейчас будем делать уроки. Убираем все лишнее. Алиса, убираем ножницы, убираем лишние ручки. Вот такой пенал. Сейчас Алиса носит с собой в школу Рапунцель. Папа налил нам чаек. Алисе простой. Мне с лимончиком. Будем делать русский язык, математику и литературное чтение. А еще нам нужно заполнить дневник. Рассказ «Томкины сны» Алиса прочла еще в школе. И по вот этой картинке нужно раскрасить картинку в рабочей тетради. Раскрашиваем картинку про ежика. Вот. Ага, вижу номер 11 задание. Так, больше, меньше. Так, 10, 11, 12 вы выполнили. Все выполнили, получается. И это выполнили тоже, да? Все, математика у нас, значит, готова, да? Рабочая тетрадь, страница 69, номер 10 и 11. Давай проверим рабочую тетрадь. Номер 10 и номер 11. 69. Так, номер 10 и номер 11 ты тоже выполнила. Молодец, по математике задания нет. Остается у нас с тобой русский. Нужно вот это списать. Вот у тебя строчки. Давай, бери ручку и начинай списывать. Хватит вылизывать. На шпагате сидит. Синди. Такая смешная. Ты такая смешная. Ребята, Алиса все переписала, устала, но у нас остался еще дневник. Что, нужно уже следующую часть принести, да? Да, костра. Рабочая тетрадь номер 2. Хорошо. Дневник давай заполним. Перепиши чтение, русский, математика, ИЗО. Все, чтение, русский, математика, ИЗО. Нет, я не хочу, значит, я не буду. А что ты, Алис, устала уже? Ну что, тебе помочь? Ты устала? Да. Давай я заполню дневник, ладно. Окей. Жаль, у нас комменты отключены. Так бы ребятки написали, кто у них заполняет дневник. Мама или сами ребятки заполняют? Очень интересно, да? Стих же нужно выучить. Стих называется «Ежик». Нужно выучить к завтрашнему дню. А ежик ночью убежал, его никто не обижал. Утасковал еще с утра, утасковал еще вчера. Чего он глупо тасковал? Чего он... к нему никто не приставал? Его мы так любили, гладили и мыли. А он... Но он свернулся и дрожал. А ночью взял и убежал. Молодец. Умница. Молодец, доченька. Всем пока-пока. Пока. До свидания. Всем спокойной ночи. Амонгус. Новую маску нужно сделать, да? Сейчас сделаем и спать. Неси скотч. Скотч, ножницы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Па-па-пау.